Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы поговорим об очень интересной теме. Стильные и модные образы для офиса, в которых вы будете неотразимы. В этом сезоне юбка миди модна как никогда. Кожаная юбка универсальна, так как она хорошо сочетается с любой вещью, но особенно хороша с однотонной блузой. Прямое классическое платье в нежном цвете – подходящий вариант для рабочей вечеринки. Персиковое платье с жакетом и модными сапогами будут смотреться идеально для бизнес-леди. Роскошное красное платье идеально подходит для новогоднего корпоратива. Платье в сдержанных оттенках и неброский декор как нельзя лучше подходит для деловых будней. Вязаный трикотажный костюм украсит любой офисный лук. Вязаный молочный костюм с высокими сапогами-трубами создают отличный офисный лук. Брюки-кюлоты и нежный кашемировый свитер с модными ботильонами создают красивый деловой образ. Строгий, элегантный монохромный лук отлично сочетается с высокими кожаными сапогами. К такому комплекту смело добавьте маленькую трендовую сумочку на цепочке. Удобная юбка А-силуэта в паре с коротким кардиганом – удачное сочетание для повседневности. Белая юбка А-силуэта плюс объемный свитер и трендовые сапоги помогут создать удачный офисный образ. Широкие белые брюки отлично смотрятся с трикотажным свитером в клетку. Блуза с широкими рукавами плюс брюки молочного цвета и кардиган дают современный модный образ для бизнес-леди. Образ с розовой блузой, украшенной пуговицами, с базовыми брюками и тренчем, смотрится свежо и стильно. Отличный комплект можно составить с брюками высокой посадки и модным клетчатым жакетом. Всем спасибо за внимание и всем тем, кто оставался со мной до конца. Желаю вам приятного дня и хорошего настроения. Ставьте лайк, оставляйте свои комментарии и до новых встреч. Всем пока-пока!